Всем привет! Сегодня у нас 14 посылок из магазина JD. Сейчас давайте проверим все, что у нас, распакуем и посмотрим, что же к нам пришло. Я думаю, некоторые товары будут повторяться, но в основном должно быть все разное. Сегодня у нас будет не очень интересная распаковка, потому что много товаров из 14 посылок однотонные, да, то есть я просто заказал много на подарки и так далее. Вот, и всего получается 3 посылки, 4 разных товара получается. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что нам пришло. Вот это вот Sept Wolves носки, которые... По-моему, там около 50 цен, 69 или что-то такое. То есть цена на них постоянно скачет, там или 19 тоже были как-то один раз. В общем, носки классные, я уже их как бы использовал, были у нас в распаковках, поэтому я их сразу отложу. Вот, и давайте продолжим смотрите, наборы. Наборы были по 99 центов, в него входит универсальный вот этот ключ, карточка, фонарик и свисток. Есть две с красным цветом свистка и 3 с красным и 6 получается, 6 с желтым. Давайте распакуем один и другой и посмотрим комплектность какая, что у нас здесь мы получаем. Итак, вот такая вот карточка-визитка. Здесь у нас есть инструкция, для чего какое вообще отверстие нужно. Вот, с обратной стороны на китайском у нас все написано. Так что, кто понимает китайский, прошу, можете читать и понимать, что зачем. Ну, вот я понимаю вот этот вот нож. Кстати... Туповат, но немножко он как бы острый, но вот здесь вот есть заусенки, то есть его нужно подточить немного. Вот это какая-то подковырка, я так понимаю, отвертка. Это ключи разного формата, открывачка. Это еще открывачка, это пила, я так понимаю. И маленькие ключи, ну, откручивать болтики. Это, я так понимаю, повесить с собой. То есть такая походный выживательный комплект. Такая вот штука. Далее идет фонарик. С карабинчиком, вот с таким. И как он включается? Закрутить его, наверное, надо, но мы не знаем, есть ли тут... Ага, батарейки у нас есть. И есть здесь такая бумажечка, вставлена специальная защита. То есть батарейки в таком вот кейсике находятся. И батарейка у нас A30 AG3 маркировки. Давайте вставим и посмотрим, как он горит. Диодный слабенько горит, но на ключи. Давайте выключу свет. Как для наключника вполне таки себе хорошо, но если где-то посерьезнее что-нибудь подсветить, ну, слабенький. Вот, но учитывая стоимость всего набора, это отлично, вообще отличное приобретение. Выключается он просто крутится, то есть открутили немножко, он выключился, прикрутили, он включился. То есть кнопки включения, выключения нет, поэтому, скорее всего, он будет срабатывать, если носить в кармане, будет срабатывать включение самостоятельно, нужно будет проверять периодически. Ну и вот такой вот свисточек. Свисточек у нас желтого цвета мы сейчас взяли. Давайте вот так вот мы свистнули в него. Такой вот интересный набор. И давайте посмотрим, отличается ли красного цвета набор от этого. И смотрим. То же самое, наверное. Просто да, то же самое. Такой же, абсолютно такой же наборчик, абсолютно такой же фонарик и абсолютно такой же свисточек. Давайте его проверим. То есть все просто от свисточек разного цвета, а во всем остальном они абсолютно идентичные наборы. Далее осталось две упаковочки у нас. Это вот такие вот карандаши или маркеры, не знаю что это, тоже по акции покупал, поэтому... так, давайте посмотрим. Вот, давайте возьмем бумажку и попробуем ими порисовать. Тут разные цвета, то есть... Получается 8 цветов. А, нет, снизу у всех желтая. Вот. А сверху разные. То есть 5 разных цветов. Сейчас возьмем бумажку. Пишут классно. То есть отличные маркеры. Вот. Здесь я сделал. Здесь. Вот. Отличный наборчик. 5 маркеров. Вот такие вот цвета. Сверху получается у нас вот такие цвета. Снизу у всех желтенький цвет. Откладываем и поехали дальше. Последнее, я не знаю, что это. Ага, это
женские трусы для жены покупались. Коробка полностью не открывается. Давайте посмотрим на них. Такие очень мягенькие. Вот так выглядят. И тянутся, очень хорошо тянутся. Швы ровненькие везде, никаких тут нету. И все сделано очень качественно, очень хорошо. Давайте посмотрим еще цвета, какие есть. Так. 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 И беленькие. Вот, на дне коробочки какая-то бумажечка. Вот такая вот. Типа открытки. Ну круто, что? На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!